Юрий Хаджимуратович, меня интересует ваше первое впечатление в этой должности. Ну, вы человек военный, но систему правоохранительную хорошо знаете, служили там, хотя у вас несколько военизированный был уклон, но с наведением порядка, что очень важно для милиции в стране, вы хорошо знакомы. Вы это делали, вы это осуществляли, и надо сказать, что наши подразделения, которые числятся за Министерство внутренних дел, ну, я претензий к ним практически не имел. Слава Богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране, дай Бог, и так дальше. Но, тем не менее, это, и, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого, я бы сказал, такого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске среди бела дня и прочее, ну, как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай Бог, чтобы и так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и, в принципе, раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение, но ребята сработали, ваши молодцы. Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу, за тот профессионализм, который они проявили при раскрытии этого уголовного дела. Из разных источников, в том числе и вы, мне докладывали о деталях раскрытия этого уголовного дела. Это высокий профессионализм. Молодцы, ребята. Поэтому передайте им мою благодарность, поощрите, поддержите их. Они этого заслужили. Молодцы.